так бывает. Бывает, что и не корейцы нагибают, короче. Сейчас, ребят, я выхожу. Кто смотрел, сейчас поставлю продолжение Дарка Бьяна, ребят. Потом все равно я на ночь, наверное, запись запилю, увидите, как бы, и выложу на ГГ-плеере. А пока, короче, ждем Варди Тим Лигу. Я покушаю, ребят, полчасика до нее. И посмотрим, как команда Блая играет. Что это у меня тут с лицом такое? Что-то с лицом. Кстати. Нужно сделать же, да. Что нужно сделать, ребят? Нужно разыграть мышку и наушники. Вот. У кого, кто хочет поучаствовать в розыгрыше, можете еще успеть. Вот сейчас я вам даю минутку, в общем-то, на розыгрыш, на этот. Соответственно, и сейчас я зарандомлю, короче говоря, все это дело. 400 человек уже репостнули, нормально так. Давайте, ребят, минутку ждем еще. Так, коу, репки. Скинь мне на мыло их просто, чтобы сейчас не париться, не качать. Такое, как PayPal и там скрил в описании. А там завтра, короче, мы заморочимся уже после ИЭМа, наверное, с Пашей. Так, плюс 9 человек, короче, репостнули. Вот, уже готово, короче говоря. Готово, короче говоря, этот. Программка. Еще 413. Ну все, ребят, короче, запиливаю, в общем-то, я. Так, ссылку я взял. Да, взял ссылку. Надо, чтобы желательно еще отписали бы сразу, потому что если сразу не отпишут, окажется, что там кто-то левый заново разыгрывать, что ли, придется. Вот. Так, ну все, погнали. Обновлять 418, еще 5 человек. Ссылка на почту вашей группы. Игру «Город победитель» не важен. Среди репостнувших. Все правильно. Выбираем. Та-дам. Погнали. Немного подождите. Мы получаем данные из ВКонтакте. Та-дам. Алена Бойко. Бойко. Кто это такая Алена Бойко? Надо искать Алену, короче. Что тут говорить? Сейчас найдем ее мы. Так. А как мне искать-то? Пермь, Россия. Уп, хз, кто такой? Короче. В общем, сейчас я отпишу. Уп. Наверное, чья-нибудь мама, мне кажется. Вот. Почему-то. Ну да ладно. Это законом не запрещено, как говорится. Хотя, может, я и не прав. Или сестра.
Да, там молодой парнишка какой-то. Все, короче, ребят, делаю стоп-старт. Если там что-то не так, то переразыграем. Все.